Литва наряду с Францией, Нидерландами и Канадой является одной из последних стран, которые могут поучать Азербайджан. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана в ответ на антиазербайджанские высказывания главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в парламентской ассамблее Совета Европы. В заявлении отмечается, что антиазербайджанская деятельность Литвы, особенно принявшая системный характер после Отечественной войны, вызывает отвращение. Литовский министр своими антиазербайджанскими заявлениями ставит себя и свою страну в смешное положение. К сожалению, сегодня на Западе много несерьезных политиков, зараженных недугом азербайджанофобии. Литва массово и систематически, нарушая права национальных меньшинств на своей территории, не имеет права чему-то учить Азербайджан в вопросе прав человека. Этой стране стоит поучиться у Азербайджана гармоничному сосуществованию разных народов.